По статистике, около 40% аварий в Испании происходит из-за невнимательности водителя, чаще всего из-за использования мобильного телефона за рулем. Проблема вполне серьезная, так как по данным испанской страховой компании РАСЕ, ежегодно по этой причине в ДТП погибает около 650 человек. Nosotros lo que buscamos es evitar esa tentación o esa mirada al teléfono cuando recibes una notificación o llamada. ¿Cómo? Apagando la pantalla, apagando el sonido, la vibración y dando a conocer a tus contactos que te encuentras conduciendo en ese momento. Водитель уже скачал приложение себе на телефон. Садясь в машину, он активирует Bluetooth. Экран гаснет, и телефон перестает принимать звонки и сообщения. No pierdes llamada, no pierdes mensaje, no pierdes nada. Tú cuando te bajas del vehículo, puedes comprobar el teléfono y vas a tener tus notificaciones de WhatsApp, tus llamadas perdidas, todo lo vas a tener en el teléfono. Что происходит, когда вы за рулем и вам кто-то звонит? Входящий звонок блокируется, а звонящий получает сообщение, что владелец телефона находится за рулем. Если он, тем не менее, звонит повторно, то считается, что речь идет о чем-то срочном и срабатывает бесконтактное принятие вызова. Приложение бесплатно и рассчитано для устройства Android. Оно было скачано тысячи раз в Испании и других странах. En China, en Rusia, en Francia, estamos ahora mismo a nivel internacional. Потому что для всех нас важно, чтобы пребывание за рулем стало более безопасным.